Всем здравствуйте! С вами на связи Линия Манатяду. Я приветствую вас на своем канале. Во-первых, я хочу поблагодарить вас за пожелание скорейшего выздоровления. Я очень верю, что буквально через неделю я уже буду в форме и смогу с вами общаться с лицом. Для меня тоже так комфортнее, когда мое лицо видно. И вам тоже, наверное, более приятно, потому что прекрасно, когда мы видим карты и слышим человека, но все равно визуальное восприятие, оно более комфортное, да, более понятное, более приятное. Я надеюсь, что уже на следующей неделе, да, я смогу, потому что причина моих заболеваний всегда трансформации, которые я прохожу. Это всегда имеет отпечаток на моем физическом теле, поэтому и исцеление, оно не имеет никакого отношения к каким-то медикаментозным вмешательствам. Вот. Единственное вмешательство на выздоровление – это я сама. Моя, так скажем, восстановление меня на информационном плане, да, на более тонких уровнях. Но это так, просто для информации. Теперь, что касается, буквально 2 секунды заберу, что касается пятничных акций, пятничные акции, где вы можете задать вопрос и получить один ответ, эти акции продолжают иметь место быть. Единственное, что я хочу попросить вас, чтобы вы присылали заявки до пятницы, потому что в пятницу непосредственно я провожу акции. Вот, а запись ведется до пятницы. И я с вами связываюсь в WhatsApp по вашим контактам, которые вы мне оставляете, и уже непосредственно говорю, в какое время я с вами встречусь и проведу для вас акцию. Поэтому, если вы будете присылать мне заявки непосредственно в день проведения акции, сразу откладывается ваше участие на неделю. Имейте это в виду. И нюанс касательно обратной связи, касательно отзыва, это условие, оно обязательное. И имейте в виду, что я каждый раз каждому участнику напоминаю об этом, что вы оставляете обратную связь либо на YouTube, если вы не подписаны на меня в Инстаграме после акции, либо пишите в Инстаграм обратную связь. Но есть все равно люди, которые считают нужным, что это мое право, я могу не оставлять, я не хочу. Безусловно, вы можете не писать обратную связь, но имейте в виду, что второго повторного участия, оно обязательно бывает, пускай не сразу, не через месяц, через два. То есть вы все равно столкнетесь с какими-то проблемами и захотите обратиться ко мне. Вот в том случае я вас не буду принимать. Поэтому я считаю, что когда на берегу обговариваешь условия участия, и человек соглашается и говорит, да, я дам тебе обратную связь, и при этом не выполняет свои правила, имейте в виду, что причинно-следственная связь, то есть закон причинно-следственной связи, он, ну, на понятном языке, да, карма, как обычно люди любят говорить, ему подчиняются абсолютно все. Поэтому, безусловно, вы можете не писать обратную связь, при условии, что вы уже дали согласие на нее. Но не удивляйтесь, если потом что-то в вашей жизни, пускай какие-то мелочи, но пойдут не так. Это не угроза. Я просто хочу показать вам о том, что очень много, просто расклад сегодня у нас будет про предательство, и это имеет непосредственно прямую связь к тому, что я говорю. Это тоже, то есть когда мы даем какое-то согласие, да, даем свое слово и не выполняем, это тоже предательство. И имейте в виду, что нам потом прилетает бумерангом за невыполненные обещания, да, за данные кем-то, кому-то, когда-то обещания, потому что в этот момент вы предаете этого человека, и в какой-то момент вам это вернется, пускай не предательством, да, но какими-то определенными действиями. То есть все возвращается, все по справедливости. Вот о чем я хочу вам сказать. То есть, безусловно, вы можете сказать, что я пришлю и не присылаю, это будет на вашей совести. Мне не столь, знаете, вот прям
актуальные и важные отзывы. Я просто за то, чтобы был правильный энергообмен. То есть в какой-то степени я даже иногда думаю и о тех людях, что вам-то прилетит, понимаете? Мне-то может быть и фиолетово в какой-то степени, да? То есть от этого моя работа и моя любовь к Таро, она не изменится. Но зачем лишний раз создавать себе какие-то уроки, да, а потом написать в комментариях о том, что «О, у меня уже долгое время идут трансформации». Вот трансформации, они с этим-то и связаны, с теми уроками, которые мы создаем. То есть они по мелочам. Где-то кому-то пообещали, где-то не выполнили, где-то забыли, где-то схитрили. Такое тоже может быть, когда ко мне приходят коллеги-тарологи просто проверить, да, насколько я хороша в своей работе, да, как-то оценить мою работу, вот, но при этом мне это очень иногда забавляет по причине того, что, ну, видно человека насквозь, даже для этого Таро не надо, да. Просто не забывайте, что Таро не мой главный инструмент. Да, я его использую для того, чтобы получить какие-то ответы, но за то время, что я работаю с Таро, во мне развиваются, и я параллельно развиваю в себе намного иные способности, я бы так сказала, да, то есть умение чувствовать человека, умение читать его мысли, да, то есть об этом же я не афиширую, о том, какие практики, да, я совершаю для своего собственного развития, потому что в моем понимании, тем более на канале самопознания и развития, я не могу быть статичной, мне надо постоянно развивать, расширять свои горизонты, свое сознание для того, чтобы получать все больше и больше информации более качественной, другого уровня. Поэтому иногда бывает так, что, и я пишу об этом в постах, что мне просто любопытно, да, насколько человек может зайти далеко в плане того, что отдавай, она не знает о моих намерениях и побуждениях, да, а давай я схитрю, а давай я ее обману, что даже, знаете, не имея никаких способностей, сразу видно, обманывает тебе человек или нет. Вот, поэтому и это все имеет отношение к нашему с вами сегодняшнему раскладу, который называется «Почему меня предают близкие?». Просили, да, просили этот расклад, и сегодня я посмотрю, но чтобы поставить уже точку на пятничных акциях, держите просто свое слово, даже это относится абсолютно ко всему, да, лучше не давайте слово, а если даже что-то не получается, но мы все люди, у нас бывают форс-мажоры, можете написать, дай мне 2 дня, допустим, да, и я напишу попозже, либо я дам тебе какую-то обратную связь. То есть умейте договариваться с людьми, умейте быть честны, потому что ведь то, как мы относимся к другим людям, это не показатель того, что «О, смотри, какой я крутой, я тебе что-то не сделала из того, что я обещала, мне за это ничего не было». Это показатель нашего уровня развития, да? То есть на какой ступеньке эволюции я нахожусь. То есть, если я, допустим, пообещала что-то и не выполню, меня съест моя совесть. Даже если я кому-то что-то где-то сказала, я пришлю вам ссылочку, я пришлю вам какой-то линк, либо что-то где-то пообещала, какую-то информацию, поверьте мне, я спать не буду, пока я не выполню свое слово. Это для меня это, как бы так сказать... Знаете, слово чести. Видимо, я просто в прошлых воплощениях очень часто была воином, и вот слово чести, оно перенеслось и в это воплощение. Вот. Для меня это важно, для кого-то, конечно же, мы все на разных уровнях находимся, для вас это может быть не важно, не актуально, но это имеет отношение непосредственно к предательству. Почему? Потому что, предавая другого человека, мы предаем сами себя. Потому что не важно... Вообще в этом мире... Это сейчас прозвучит моя субъективная точка зрения, да, и я всегда держу, как это, то есть я отдаю себе отчет в том, что я говорю, да, то есть стараюсь, то есть опираюсь на некие такие знания, исходя из того, что я говорю. И поэтому в этом мире не столь важны люди, да,
как вы к ним относитесь, а сколько, скорее всего, не то, как они к вам относятся, а то, как вы относитесь к людям. Это показатель, то есть по поступкам человека, проще говоря, можно понять, что это за человек. И когда мы сегодня будем рассматривать тему предательства, да, почему, я не пойму, почему меня предают там близкие, там, и так далее, это показатель того, что мы сами себя предаем. И предательство – это не только измены, предательство – это несдержанные слова сами себе. Когда мы говорим что-то, вот я буду делать вот так, например, начну заниматься спортом, вот с завтрашнего дня, и из-за того, что нам не хватает силы воли, нам не хватает дисциплины, нам не хватает структуры, нам не хватает каких-то качеств, мы откладываем это, либо свое достижение какой-то своей цели, да, либо достижение каких-то своих обещаний. Да. Это тоже есть предательство. И чтобы его как-то изменить в себе, не избавиться, еще раз скажу, мы не избавляемся от своих теневых аспектов, потому что это часть нас. А мы ищем правильное применение, да, тем или иным качествам, которые мы опять-таки субъективно оцениваем, что они негативны. И другие люди нам показывают, вот смотри, ты предаешь, да, ты нечестен сам собой, ты не держишь свое слово, данное самому себе. Вот такое вступление, в принципе, не планировано, но, как всегда, на 12 минут наговорила. Если кому-то достали уже мои вступления, сразу ставьте на по тайм-коду, переходите сразу к своим позициям и смотрите. Просто часто этот вопрос предательства, да, встает, почему меня предают другие, потому что вы сами себя предаете. Это если сказать одним выражением. Итак, у нас с вами будет три позиции. В этот раз расклад будет большой. Сразу говорю, потому что я хочу немножечко покопаться и углубиться в некоторые аспекты. Итак, первая, вторая, третья позиция. Выбирайте. Буду сегодня включать оракульные колоды. Так, первая, вторая и третья позиции. Так. Видно, нет? Да, видно. Убираю, и мы с вами... Так, отодвину. Сюда поставлю. Вам не надо. Так, вот сюда. Подальше, чтобы мне было больше места. И мы с вами приступаем. Позиция номер... Один. Я сначала хочу посмотреть, скорее всего, что вы за человек, вот прям мысль такая сейчас пришла, вашу характеристику, чтобы потом понять, а почему вас предают близкие вам люди, либо вообще в общем люди. Итак, что вы за человек? По первой позиции. По первой позиции здесь человек движения. Человек достаточно амбициозный, я бы сказала, человек, который огненный, любит движение, любит развитие, любит что-то изучать, да, человек, который ищет постоянно каких-то шансов, человек, который ищет постоянно возможностей в своем развитии, я бы так сказала, да, либо человек, у которого есть амбиции, цели, непосредственно связанные с финансовым аспектом. Я не могу сказать, что вы карьерист, но человек, который любит качественную жизнь, да, это не обязательно, чтобы это были какие-то там миллионы, да, а это умение наслаждаться жизнью, то есть именно качественная жизнь. Тот аспект, когда вы стремитесь к тому, чтобы, допустим, элементарно не ходить в магазины и покупать что-то по скидкам, а вот так, знаете, позволить себе, я не говорю, что вы прям будете, если бы были
те суммы, которым вы хотите, да, иметь, которые вы хотите иметь, чтобы вы тратили их как-то. Нет, но вот это вот, знаете, ощущение достатка, да, то есть я могу себе позволить. Это то, к чему вы стремитесь. И это не только связано с финансами, а это связано в общем с ресурсами, да, какие бы они ни были во времени, да, энергетические какие-то ресурсы. Вы человек, который ищет возможности, вам это нравится, да, то есть умение замечать какие-то шансы, которые вам даются. Да, вы человек достаточно сильный, у вас приятная такая, знаете, энергетика, теплая. Может быть, иногда вы бываете эгоистичны, знаете, такое ощущение, что вот как-то заклинило, да, где-то какая-то иногда проскальзывает какое-то неудовлетворение, агрессия, раздражение, я бы так сказала, не агрессия, а вот именно раздражение, непринятие и неприятие чего-либо. Здесь человек достаточно выносливый, да, возможно, вы и занимаетесь спортом, да, либо вот физические нагрузки, я не говорю о конституции тела, да, что вот оно прям идеальное, спортивное, хотя вполне возможно, но вы тот человек именно выносливый, да, вот в физическом плане, когда все сдаются, у вас открываются вторые, там, третьи, пятые, десятые дыхания и возможности. Да, вы человек, у которого есть достаточно большие страхи, да, и это понятно, потому что вы хотите выйти, ну, вот это вот постоянное движение, да, переход, такое ощущение, что вот вы постоянно двигаетесь вперед, вот в какие-то, хочется сказать, как будто бы порталы, какие-то уровни переходите постоянно, и у вас есть сила. Но иногда бывают такие моменты, когда вы сами себе говорите, да все, блин, достало, не хочу уже никуда двигаться, ничего не хочу, и тогда у вас появляется, это не откат, а это, знаете, как-то... Я не могу даже сказать, что вы где-то тратите свою энергию, а просто периодами, вот как лев, вы хотите просто лежать, как говорится, на какой-то ветке дерева, да, и ничего не делать. Просто думать о бренности этого мира, да. Это не упадок, это не пессимизм, а это такая, знаете... Лень, которая бывает вот после зимы, когда начинает пробиваться достаточно сильно солнце, да, вот разморило, вышли на солнышко, посидели, и оп, и как-то вот разморило, да, раскумарило, как будто бы силы, ну так вот, тепло стало и хорошо, и вы понимаете, блин, а зачем действовать, ну то есть мне и так хорошо, это не подпитка энергии, а это вот, я бы сказала, расслабление. Вот здесь вот ключевое, скорее всего, слово, иногда вы расслабляетесь. И вот эта вот позиция расслабления, она может иногда затянуться до того момента, когда вдруг неожиданно у вас произойдет инсайт, и вы говорите, опа, я заметил, либо заметила новые какие-то возможности, и я двигаюсь вперед. Ну, вы очень волевой человек, и иногда на своей собственной силе, на своей собственной силе воли, да, вы можете достигать каких-то целей своих. Вы по своей природе донор, да, потому что у вас много огня, у вас много жизни, у вас много движения. Но с другой стороны, если вы эту энергию не будете давать, да, иногда мы говорим, что вот мной пользуются люди, да, иногда, если у вас по природе силы достаточно, и вы ее не отдаете, это вас разрушает, то есть вы чувствуете потом, ну, идет перекос, и вы чувствуете себя некомфортно, да, тогда получается, что я никому не нужен, да, если речь здесь идет о мужчинах, то сексуальный аспект для вас
прослеживается очень важный, очень актуальный. Это показатель, знаете, некого такого вашего здоровья. То есть если у меня есть удовлетворительная сексуальная жизнь, половая, да, то это для меня показатель, что вот я здоров, я еще жив, да. Вот здесь вот какой-то такой аспект. А если мы говорим о женщине, то женщина достаточно притягательная, достаточно с такой, знаете, магнетической энергетикой, когда, возможно, вы сами не понимаете, да, что во мне видят мужчины, почему они обращают на меня внимание, потому что, возможно, вы считаете себя, что вы не подходите каким-то идеалам, да, стандартам красоты, либо еще что-либо. Но вот именно энергия, в которой вы, которую вы излучаете, да, знаете, это вот бывает такая качественная энергия, просто будучи с вами в пространстве, люди как-то заряжаются, да, вот, как бы так сказать, это как скорость интернета, да, есть интернет такой вялотекущий, да, а есть достаточно быстрый, скоростной интернет, все загружается быстро, там, страницы появляются в браузере, да, достаточно быстро, и ты получаешь удовольствие, да, что вот не нужно ждать ничего. Вот вы примерно вот такое в вашем пространстве, люди как будто бы, знаете, мотивируются. Даже в те моменты, о которых я озвучивала, когда вам немножко лень, да, вот в вашем пространстве люди тоже расслабляются рядом с вами. Вот вы вот такой человек. А теперь смотрите, то, что я сказала, это не случайно, потому что уже исходя из этой энергии, из данной энергии, которую я описывала, уже можно понять, да, то есть не рассматривая на оракулах, почему вас предают. Вы будете считать, что вас предают тогда, когда вы перестаете быть донором. Имейте это в виду, потому что вы по природе своей донор, человек, дающий энергию. И когда вы не получаете обратную связь от другого человека, либо когда вы перестаете давать энергию другому человеку, люди будут агрессивно смотреть в вашу сторону, ну, потому что донор исчез, да, от кого брать энергию, они будут агрессировать, ну, то есть требовать. И вот в эти моменты у вас будут, возможно, происходить и процессы предательства. Но это с точки зрения энергетики. А теперь я хочу посмотреть ваши сценарии, какие сценарии включаются в вас, которые не то что способствуют, а я просто не могу правильный глагол подобрать, да, которые являются причиной предательства. Я вот ищу три сценария. Смотрите, почему именно три? Потому что мне так интуитивно пошло. Дело в том, что сценариев может быть больше. И все зависит от того этапа, на котором вы находитесь на данный момент. Но я хочу посмотреть сценарии, которые заложены в вас с момента рождения. И если вот достаточно часто, да, вы сталкиваетесь вот с этим процессом, да, ну, с этим неприятным моментом предательств, это показатель того, что тот сценарий, он еще не проработан. Угу. Угу. Вот смотрите, то, что я сказала, начну с самого последнего. Не знаю, насколько видно, мне кажется, видно, да, я достаточно близко карты ставлю. Эта карта называется «Жадность», да, видно. Вот это то, что, начиная просто сзади, потому что, ну, с последней карты я имею в виду, потому что это как раз то, что, о чем я уже и говорила, исходя из вашего описания в вашей энергетике. То есть вас предают, когда вы становитесь жадным человеком, жадным именно на ресурсы. И какие ресурсы? На эмоциональные, потому что здесь рыба нарисована, да, и глаз. Когда вы, знаете, закрываете себе. А помните, я вам говорила, что вы любите иногда, знаете, вот, ну, просто лениться, ничего не делать, да?
в каком-то таком отдыхе, когда мы ощущаем себя, ну, не знаю, скажу некрасивое слово, да, как размазня, ну, вот просто как масло на сковородке разливается, и потом не можешь собрать, то есть нету какого-то фокуса, не можешь собрать себя воедино. Вот в такие моменты, да, у вас у самих как будто бы нет достаточной энергии, да, да, она вам и не нужна. То есть бывает такие моменты, когда вы сами отдыхаете вот от этого вот заряда, да, постоянного движения, движения, движения. То есть нужно как-то сбалансировать эту энергию. Вот, поэтому я могу предположить, что вот такие моменты наступают. И в такие именно моменты, я вам сказала, когда вы перестаете отдавать энергию другим людям, да, жадность получилась эмоциональная, просто вы не хотите. Здесь у вас может просыпаться вот в такие моменты какие-то вот детские сценарии, говорящие о том, что мне самому недостаточно. Как это может выражаться? Вспоминайте, может, в детстве у вас были такие моменты, когда вам в союзное время такое было достаточно часто, когда кто-то кого-то угощал, да, я имею в виду детей. Вот, и мама либо папа всегда говорили, надо поделиться, да, то есть, ну, если одна конфетка, то поделись пополам, там, братику или еще сестренке, ну, то есть такое ощущение, что вот у вас как будто бы в детстве что-то забирали, вот это вот долбанное поделись, я просто не знаю, как это слово подобрать, я извиняюсь за выражение, вот когда говорили взрослые, что нужно поделиться, у вас возникало ощущение, что у меня что-то забирают, да, и вот в эти моменты у вас просыпается вот это вот ощущение, мне самой, либо самому не хватает этой энергии, да, в отношениях, это может выглядеть так, а когда ты будешь показывать свои чувства, да, я в тебя вкладывался, да, либо вкладывалась, я тебе показываю свою любовь, а обратно я ничего не получаю, помните, вы донор, а обратно я не получаю, если вы донор, значит, другой человек будет принимающим, да, и наступает момент, когда вы ждете какую-то обратную связь, если вы очень много даете, да, то есть нарушен баланс. И другой момент, и вы закрываетесь, то есть ты мне не дал какую-то обратную связь, ты мне не сказал, что ты меня любишь, что я тебе нужна, вот, и я закрываюсь, я тебе не дам, почему? Потому что становитесь таким неким жадиной на эмоции, потому что включается вот этот вот сценарий, что мне самому не хватает. И этот сценарий, он включается, когда вы включаете свою голову. Почему? Потому что когда вы находитесь в потоке, вы просто понимаете, что через вас проходит бесконечное количество энергии. Вам не может априори не хватать энергии, да, потому что вы не какое-то хранилище энергии, да, оно проходит через вас, вы не можете ее удержать. И только когда включается ум, да, вот эти вот мысли от ума, они говорят, что мне может быть чего-то недостаточно. Это потому что у вас в воспоминаниях есть, что у вас либо забирали что-то, да, либо, возможно, не хватало, и был вот этот вот, вот это вот ощущение, да, что у меня что-то заберут, да, надо держать, надо как-то вот на черный день отложить, да, вот эти вот все сценарии, возможно, знаете, от своих родителей получили этот сценарий, может быть, кого-то было у вас в роду раскулачивание, и вот эта вот мысль о том, что надо на черный день сберечь, да, она еще осталась. То есть здесь идет такое, знаете, некое противоречие. С одной стороны, вы достаточно изобильны, поскольку у вас есть энергия, а энергия, ресурс, это и есть изобилие, но иногда вы ее закрываетесь только потому, что причина в чем? Ваши вибрации начинают падать энергетически, да, потому что вы энергию не аккумулируете, то есть вы перестаете двигаться, вот, и тогда у вас, ну, то есть когда, проще говоря, пока вы двигаетесь, занимаетесь какими-то делами, ваши мысли заняты вашей целью, стоит вам немножечко расслабиться, начинает
в голове просыпаться вот эти вот все наши демоны и бесы, которые начинают нашептывать неизвестно что. И здесь, смотрите, человек, он в воде сидит. Вода – это все-таки эмоциональный фон, да? И он опустил голову, и такое ощущение, что он погружается вглубь себя, да, вот в свои собственные какие-то исследования каких-то своих собственных эмоций и чувств. И эти мысли, да, вот что он в себе находит, да, когда он этим, видите, он сидит на этом сундуке, когда мы находимся в таком положении, это очень напоминает девятку мечей, да, когда и нам становится страшно, когда мы смотрим вглубь себя, и вдруг мы находим некий такой дефицит, и этот дефицит, да, вот здесь вот глаз, видите, око, то в себе я вижу недостаток данной энергии. Я вижу, что мне самому не хватает, а как я могу дать себе. Дальше. Следующий сценарий. Это непосредственно сценарий, который называется «Фантазии». Да, ну, фантазии – это наши иллюзии, когда мы придумываем, да, то есть проецируем на других людей какие-то свои желания. То есть мы не видим этого человека таким, какой он есть, да. Мы хотим видеть другого человека лучше, чем он есть. Поэтому сценарий «предатель» – это жадность, да. Это наши некие иллюзии, когда мы видим ситуацию через призму нашего внутреннего состояния на данный момент. Если мы видим, что мы хотим видеть какие-то хорошие качества, да, что человек добрый и там человек, допустим, верный, и так будет всегда, ну, потому что нам так нравится, да, по каким-то причинам видеть в людях те идеальные качества, которых, возможно, нам самих не хватает. И мы эти качества, именно хорошие, такое ощущение, что вот мы как будто бы, как компенсация, ищем в других людях. И тем самым мы их наделяем теми качествами, которых у них нету. То есть проецируем на них эти качества. И, конечно же, мы не можем реально оценивать либо ситуацию, либо человека. И как следствие происходит вот это предательство для того, чтобы снять с нас вот эту вот пелену иллюзии и показать, научись смотреть на мир реально, научись оценивать людей по поступкам, да, не в фантазиях, не перекладывая, не проецируя на них то, что ты хочешь. А это вот прям, знаете, вот эта вот карта, она сразу будет отыгрываться, и вот это вот, вот эти два сценария в отношениях непосредственно, да, то есть межличностных, да, между мужчиной и женщиной, не столько даже родственников, да, либо партнеров, а вот здесь вот именно прослеживается эмоциональный фон, то есть там, где есть чувства. И еще один сценарий, который называется «Ехидство». Здесь прослеживается сценарий, непосредственно связанный между ребенком и матерью, да, когда не хватало вот этого вот, вот то, что я говорила, не хватало, да, нехватку у вас заберут, это было связано с любовью матери. Да, что мне не хватает, может быть, очень мало времени уделяла вам мама, может быть, работала, может быть, разные ситуации были, и вот вам все время не хватает, да, не хватает вот этой вот энергии, и есть ощущение, да, что меня покинут, оставят, что вот нужно вымаливать, выпрашивать это внимание. И вот этот вот сценарий некой такой агрессии, да, когда я не могу получить то, что я хочу, да, то, что мне нужно. Вот здесь вот, вот этот вот негатив, помните, я говорила про агрессию, про очень такие яркие огненные, это природа ваша такая, огненные энергии, да, когда мы начинаем, ну, когда мы можем потерять кого-то,
либо когда нас предают. А здесь у вас, знаете, что включается еще вот такой сценарий, когда вы не на другого человека огрызаетесь, ну, если так можно сказать, а на самого себя. Когда в своих собственных воспоминаниях вы начинаете отзываться о себе плохо. Я дурак, либо я дура, почему? Что я не видела? Иллюзии, да? Что я не видела, либо не видел, как со мной поступает, да? Сколько можно? Вот это вот, знаете, начинаете очень плохо о себе отзываться. Вот эти вот три сценария у вас включаются, и они, в принципе, являются причиной ваших предательств. Но я хочу еще посмотреть на этих двух картах, вот здесь на этой оракульной колоде. Почему вас предают? Еще хочу посмотреть. Так, это перевернутая. Так, карта «Свобода и постижение тайн». Здесь, знаете, есть какая-то тоненькая такая нить, я ее не могу уловить 2 секунды. Здесь, знаете, есть такое ощущение, как будто бы вы что-то скрываете. Свобода, как правило, вы свободолюбивый человек, да, и свобода, она предполагает некую такую ответственность, но здесь вы как будто бы либо хотите познать что-то такое, либо скрываете что-то. Знаете, здесь что может быть? Здесь может проходить, выпадает тройка мечей и маг. Здесь может проходить то, что вот вы как-то больше человек разума, да, то есть человек больше интеллектуал, который может все просчитывать. Конечно, у вас есть способности психологии, да, то есть умение считывать людей, да, понимание причинно-следственных связей. Но как-то вот у вас здесь есть какая-то проблема на уровне именно эмоциональной открытости. Вот видите, здесь я говорила, да, что как будто бы не хватало любви матери, здесь вам не хватает эмоций. И тройка мечей. Вот такое ощущение, что вот на уровне эмоций, каких-то сердечных таких моментов, вот вам не хватает... Не то, что вам не хватает эмоций, вы не умеете справляться с ними, да, вы не умеете основываться как-то вот на своей интуиции. Здесь такое ощущение, что вот очень много сердечных ран, и вы вот это вот скрываете от людей, да, от своего, возможно, партнера, да, чтобы не разочароваться, да, вот эту вот свою какую-то боль. И карты вам здесь про это-то и говорят, что... Чтобы вас не предавали, да, здесь есть какие-то еще, может быть, обиды, да, вот вам нужно высвободить. То есть вам нужно высвободить вот эти вот сердечные ваши боли, эмоциональные, которые были, но они были еще, знаете, связаны с тем, что вы не умеете управлять своими эмоциями, и поэтому вы выезжаете за счет своего разума и тем самым манипулируете, потому что включаете защиту. И начинаете манипулировать другими людьми и для достижения своих каких-то собственных целей, потому что вы амбициозны, я вам говорила об этом. И здесь получается так, что вот эти вот ваше уязвимое место – это эмоции, да, и вы начинаете обижаться. Вот когда очень много вот этих вот детских обид, они включаются, и вам говорят о том, что вот постижение тайн, а вас перестанут, ну вот если подытожить, сказать, перестанут предавать в том случае, когда вы высвободите все свои сердечные раны, боли, и вот тогда вы познаете постижение, да, каких-то тайн, вы увидите, как ваше сердце откроется, и вам станет, знаете, вот это вот высвобождение, да, вам станет легче, и с этого момента, то есть вот эти вот уроки предательств, они вам больше не нужны будут.
То есть вас предают как раз-таки, чтобы очистить вам вот это вот ваше, ну, условно говоря, сердце, да, от... у вас есть обиды, у вас есть раны, вот, и эти раны, они идут из детства, да, поэтому, да, вы можете головой, вы можете, да, поделиться своей энергией, вы можете помочь человеку, да, там, в развитии и так далее, и так далее. Но вот с эмоциями, да, вы не тот человек, который даете эмоции другим людям, да. Если даете, то фильтруете количество, вы не открываетесь, потому что вы боитесь, что вам сделают больно. И этот страх, он у вас идет из детства, потому что очень близкий человек, я могу предположить, что это мама, нанесла какую-то вам боль, и вот эта вот обида, она тянется и тянется и тянется, то есть спектакль поменялся, актеры поменялись, а сценарий остается тот же самый, предательство. Давайте я посмотрю вам совет, офигеть, конечно же, полчаса на одну позицию, но я сказала, что расклад будет большой. Хочу копнуть. Я извиняюсь за слово офигеть. Иногда вот сегодня что-то хочется говорить нормальным, красивым русским языком. Оно иногда рассказывает какие-то такие словечки. Не могу понять, с чем это связано. Может быть, кто-то из вас сейчас что-то такое там возгласил. Удивительно. Ваше удивление. Значит, совет. Совет вам. Фея надежды. И олень. Знаете, вот я бы сказала, что не то, что вам нужно надеяться, а вот здесь как-то вам нужно научиться быть честным с самим собой. Да? Вот умение управлять эмоциями – это умение в первую очередь признавать эти эмоции. Это умение распознавать то, что я сейчас чувствую. И потом уже второстепенное – уже включать свой рациональный ум и анализировать, что к чему и почему. Но первично, да, это умение распознавать свои собственные эмоции. Что сейчас я чувствую? Потому что мы, если это не практикуем, это слышится, что легко, но на самом деле мы не умеем распознавать, ну, например, отличия от ярости и агрессии. То есть вот вам нужно научиться в первую очередь распознавать свои эмоции, да, и потом быть честным в контексте того, что да, я это чувствую, да, это неприятно, то есть умение принимать. Да? И вот эта вот честность, и она дает вам надежды как раз-таки на то высвобождение, да, выпадает стихия воды, на высвобождение ваших вот этих вот эмоций. Этот процесс, он будет идти не быстро, это процесс во времени, но это, видимо, ваш урок, и урок данный вам с детства, которые вы писали сами себе эти сценарии, они очень важны для вас. И вы, как человек, ищущий возможности в развитии, это и будет большим достаточно продвижением вперед, если вы научитесь принимать в себе вот эти вот эмоции. Да, и выпадает золотой бочонок, то есть это и станет, ну, для вас одним из, наверное, ключевых уроков по жизни, да, если вы это проработаете, о чем я говорила ранее, у вас сразу открывается, ну, вот золотой бочонок, да, это как девятка кубка, вторая карта удовольствия, наслаждения, ну, то есть открывается он золотой, да, золото, кстати, это солнце, а солнце это энергия, это жезлы, второе, как раз-таки ваша стихия, такое ощущение, что вот у вас появятся какие-то дополнительные ресурсы, да, раскроются те возможности, которые вы ищете, которые вы хотите на данный момент. То есть вы получите по факту, да, все время ищете какое-то развитие, все время ищете какие-то
возможности, да, трансформации. Вы это получите после того, как проработаете один из ключевых своих уроков, да, о котором я говорила. Вот такая вот у нас была первая позиция. Итак, видно, да? Переходим к позиции номер два. И посмотрим здесь сначала, что вы за человек. Так сделать, это видно, да, видно. Я же хочу еще эстет, я чтобы все было красиво. Ну так, что вы за человек? По позиции номер два. Как и в первой позиции, сначала я смотрю, что вы за человек, а потом мы посмотрим сценарий, почему вас предают. Так, что вы за человек? Знаете, хочется сказать, что вы человек стабильный, да? То есть человек, которому по жизни важно понимание, да? Такой достаточно земной в понятии... Я хочу, чтобы было все понятно, да, я хочу, чтобы все было известно, по возможности все запланировано, где, что, как, когда. Человек, которому достаточно сложно, я бы сказала, идти в развитие, вот что-то менять, да, то есть если что-то менять, у вас должно быть четкое понимание, а для чего, да, а зачем. Сложно вас расшатать какие-то такие, знаете, вот авантюры, сложно вас как-то расшатать на какие-то энергии, на движение. Однозначно вы человек, который любит такую, знаете, более земную, размеренную жизнь, да, более такую понятную, вот хочется сказать, в некой степени какую-то вот такую домашнюю, да, вы не человек карьеры, не человек амбиций. Здесь я могу сказать, что вы как будто бы довольствуетесь, да, не то что малым, а тем, что вы уже достигли, и вот любые перемены, которые вас выводят из понятного, привычного образа жизни, да, они вам некомфортны, они вам неприятны. Были у вас периоды в жизни, когда вы были на пике, да, когда вы чего-то могли уже достичь, иметь, да, у вас есть уже некий... опыт именно в финансовой сфере, да, то есть были, как говорится, лучшие времена богатой вашей жизни. И вот у вас все время возникает такое ощущение, что как будто бы я хочу сохранить то, что у меня есть, а вам жизнь показывает, что это сейчас тебе может быть хорошо и комфортно с тем, что ты имеешь. Но пора уже двигаться вперед. То есть обрати внимание, что сад, он прекрасен тогда, когда его обновляют новые растения, да, когда что-то новое приносится в жизнь, это дает некое такое разнообразие, да, свежего вот какого-то воздуха. Вам его не хватает, но вы как будто бы, ну, очень сложно меняетесь, да, то есть вы человек стабильность, вы человек надежный, да, человек, который, в принципе, не предаст. Да, коль у нас тема сегодня о предательстве, человек, который подумает, прежде чем что-то сделать, да, человек более такой расчетливый, не могу сказать, что вы как-то витаете в облаках, нет, вы все просчитаете, вас сложно как-то переубедить, да, либо... как-то вот вытащить. Я не говорю, что вы находитесь в болоте, а вы просто находитесь в той зоне, в том формате, в котором вам удобно, в котором вам известно. То есть вот для вас безопасность, да, она очень важна как человека. Поэтому я могу сказать, что вы не тот человек,
по природе, да, который предает. Потому что вот эти вот предательства, они включают какие-то эмоции, они включают какие-то перемены. А вы, как правило, даже с друзьями, вы как-то, ну, держитесь, что ли, за какую-то такую вот семейность. То есть вы семейный человек, домашний, я уже сказала, да, семейный. Вы будете держаться за какие-то вот эти вот ценности, которые вам привили. Вы не будете их как-то изменять в своей жизни. Поэтому вы не тот человек, который, по крайней мере, предает, ну, первым, да. То есть даже если что-то такое есть, ну, это не совсем ваше, потому что нет у вас вот этого вот авантюризма. Вы слишком дорожите многими вещами, чтобы вот так вот просто взять и потерять в один прекрасный момент ради чего-то. Ну вот здесь вам, знаете, шанс какой-то выпадает, импульс на... Единственное, на что вот вас можно развести, да, если так уж сказать о предательстве, так это на какие-то вот эмоции. То есть, если есть предательство, то это не предательство с вашей стороны 100%, но со стороны других людей это не предательство семейное, это не предательство партнерские, а вот здесь вот у вас может быть опыт предательств, исключительно связанный с эмоциональной сферой. Знаете, что девятка кубков, что четверка пентаклей, это карты такие, знаете, как-то собственнические, то есть когда человек ставит свои удовольствия, свои ценности, приоритеты на первое место. Вы не тот человек, который будет щедро делиться вот какими-то своими эмоциями, да, либо ресурсами. Вот вы больше, знаете, тот человек, который получает это. Такое ощущение, что вот не трогайте меня, я вас не трону, да, то есть, но я не буду не против, если мне кто-то что-то даст, да, если мне дадутся какие-то шансы. То есть вы человек больше принимающий. Если в первой позиции у нас были люди отдающие, да, доноры, то вы больше принимающий и сберегающий человек на энергетическом уровне. Вы как-то эмоционально закрыты, понимаете? Вы даже, если мы говорим о эмоциональном плане, да, вы даже не смотрите вперед, а опять-таки у нас идет ностальгия о том, что было. Я хочу сохранить то, что было. Я не готов делиться, да, не готова. Я не готов, не готова что-то отдавать, хотя у меня есть 9 кубков. Хорошо, какие сценарии у вас? Я вытащу вам два. Вот вам хочется два. У вас два сценария, которые вы писали в детстве, связанные с предательством. Ха. Вот как так, да? Ну, смотрите, две карты. Выпала карта «Смерть». Она напрямую проигрывается с тем, что вот я сохраняю и сберегаю то, что имею. А, сейчас я ее поясню. И непосредственно сама карта, которая называется предательство. То есть вы в детстве уже прописали этот сценарий. Не удивляйтесь, для вас он важен. Это, ну, и неплохо, и нехорошо. Это просто урок, который вы должны пройти. И чем быстрее вы это осознаете и проработаете, тем легче вам будет идти дальше. И не факт, что вот на таком уровне, да, предательства, что вы не столкнетесь, если вы проработаете, но у этих сценариев есть другие слои, то есть глубина, да, которая может раскрыть это предательство, то есть какие-то другие формы проявления этого предательства. Не само как таковое предательство, а может быть какие-то иные сценарии, которые косвенно имеют отношение к предательству. Ну, наша жизнь создана из уроков. Давайте будем разбираться, о чем здесь речь идет.
Какие сценарии? Сценарий, непосредственно связанный со смертью, он говорит о том, что, знаете, некий такой страх жизни, понимаете? То есть карта смерти, она не говорит о том, что вы боитесь смерти, да, либо какой-то остановки дел, а она напрямую говорит о том, что я не буду жить, я не буду ничего делать, понимаете? Поэтому у вас четверка, здесь ограничение, и девятка в кубках, да, тоже опять-таки некое ограничение, эмоциональная закрытость и ограничение в ресурсах. Это говорит о том, что вот этот вот страх смерти, он противоположный тому, что я не умею жить, я не знаю, как мне жить, я боюсь, потому что жизнь, она, я чувствую опасность. Помните, я говорила, здесь вам важна безопасность. Жизнь небезопасна. То есть, когда я начинаю что-то делать, да, я включаю свои эмоции, я включаю свои ощущения, да, я как-то взаимодействую с другими людьми, это приносит мне какие-то моменты радости, там, любви, то есть вы как-то здесь начинаете взаимодействовать с партнером, да, то есть жизнь предполагает некое рождение чего-либо, да, приумножение, то есть вам нужно будет проживать эти эмоции, а для вас проживание эмоций равно смерти, потому что это боль. Возможно, один из вариантов, может быть, кому-то отыграется, да, это связано непосредственно с вашим детством, когда что-то очень важное для вас, очень ценное, то, что вас наполняло эмоционально, вы это потеряли. Это может быть человек, очень важный в вашей жизни, значимый, которого вы потеряли, это смерть была этого человека, да. Либо это может быть завершение чего-то, да, может быть какая-то, знаете, такая травмирующая первая любовь, да, когда только вы открылись, только доверились вот этой вот с этой, знаете, детской наивностью, что ли, почему-то мне лотос идет, такой, знаете, вот чистой, да, с чистой душой. И не то, что обожглись, а вот, знаете, вот как будто бы порезали по-живому. И вы с того момента, у вас есть травматическая, опыт, травматический опыт в детстве. Почему вы закрылись и не разрешаете, у вас стоит запрет на жизнь. Вы боитесь жить, вы боитесь двигаться. Любое развитие для вас равно смерти, потому что это принесет вам боль, понимаете? Именно поэтому вы держитесь за то, что имеете. Вопрос жизни и смерти для вас актуален. Очень актуален. Вы даже можете не бояться за свою собственную смерть. А у вас, кстати, еще проблемы со сном. Вы боитесь, может быть, был такой период, когда вы боялись заснуть. Это отыграется не у всех, малого процента, но вот здесь, прям, знаете, идет такое ощущение, я боюсь заснуть, потому что, может быть, был опыт такого, знаете, как не то что летаргического сна, комы, а вот что-то какой-то такой, может быть, внетелесный какой-то опыт, да, выхода из тела. Когда вы испугались, что вы покинули свое тело. И вот этот вот страх, возможно, у вас есть в памяти, как кто-то умирал, как вы умирали в прошлой жизни. Вот что-то здесь со смертью и знаете, вот с тем, что... Может быть, у вас, знаете, вы даже еще просыпаетесь во сне, как это называется... Когда вы просыпаетесь, вы не можете руки-ноги пошевелить. Да, как этот, боже, не судорога, а... не помню я, как это слово называется. Я надеюсь, вы меня поняли, да, то есть невозможность двигаться. То есть вы просыпаетесь, да, и вы как будто бы замерли. Ну, то есть мозги проснулись, как говорится, а тело неподвижно. И вам страшно, у вас такой опыт был, у многих был такой опыт, и сейчас, может быть, еще есть.
Поэтому был период, когда вам страшно было засыпать. Потому что вы, когда закрывали глаза, вы не то, что даже боялись потерять свое тело, ну, это участие, сказала, отыграется, у других отыграется, как будто вы закрываете глаза, вот я прям вижу, да, и у вас идут вот эти вот воспоминания приятные, воспоминания счастья, воспоминания жизни, как это было. И это сводит вас реально с ума, и поэтому вы даже боитесь быть наедине с собой, как-то одни в комнате, в пространстве. Вы, возможно, себя чем-то все время занимаете, чтобы вот эти вот воспоминания, вот этих воспоминаний не было в вашей жизни. Нервная система у вас действительно, ну, то есть, во-первых, вы не умеете расслабляться, вы очень беспокойный человек. Знаете, вы когда даже сидите, вот вы ставите правую ногу сверху левой и начинаете трясти ногой. То есть, ну, как говорят, да, этот не то что нервный тик, а у кого-то, может быть, глаз подергивается, да, такое, знаете, вот нервное. Ногой трясете. Да, кто-то вот так вот, может быть, постукивает. То есть вы человек, который показывает, что нету внутреннего спокойствия, то есть у кого-то, может быть, псориаз, да, я не знаю, я правильно говорю, ну, то есть на нервной почве это болезнь, связанная с кожей, когда какие-то такие, знаете, вот сухие эти бляшки, ну, находятся, да, и вот они почесывают на нервной почве. Очень какие-то травматичные у вас травматический опыт был. Хорошо, это по карте смерти, это один из сценариев. Помните, вы его прописали сами, вам он вам нужен. Мы сейчас посмотрим, как его можно будет проработать. Вот я прям сейчас сразу посмотрю вот на этой колоде исцеляющие. Потому что если вы не работали с психологом, вам обязательно надо поработать, потому что здесь какая-то вот такая достаточно болезненная ситуация. Предвижу, что после этого расклада мне будут писать в WhatsApp. Мне нравится, это нормально. Ну, то есть обратную связь, когда мы не хотим писать в комментариях на YouTube, чтобы все видели, но она очень важна, мне ее обычно пишут личные сообщения. Вот, секретики такие. Так, как это проработать? Как это проработать? Да, легко сказать, здесь, понимаете, здесь прорабатывается это такими состояниями, как милость, да, это вот непосредственно связано с принятием и с расслаблением, да, то есть расслабление приходит тогда, когда мы что-то принимаем, а вам нужно принять вот это вот состояние, что жизнь, она не опасна, потому что жизнь и смерть это взаимодополняющиеся какие-то моменты, да, то есть нету жизни без смерти и смерти без жизни. Мы сталкиваемся в течение дня со смертью, то есть с завершением чего-то, кого-то, одного процесса, который меняется на другой. Вот здесь вот нужно именно с этим поработать, да, с понятием милость, когда мы ощущаем вот эту вот благодать, да, то есть как хорошо жить. И как безопасно. Но здесь вот точно психолог нужен, ну, психотерапевт, я не знаю, кто-то, кто поможет вам вылечить эту травму. Это с одной стороны, а другая карта говорит быть счастливым. Вот, ну, самостоятельно, я не знаю, удастся ли вам это поработать, но здесь глубокая такая работа, быть счастливым, то есть научиться быть счастливым, научиться принимать жизнь и радоваться. Вот пришло, порадовалось, то есть не думать, не планировать. Вы планируете свою жизнь наперед, да, думаете, что завтра будет это, потом не надо, вам нужно научиться быть в потоке. Пришло, поблагодарил, прожил, пошел дальше. То есть, когда вы планируете, ваши ожидания рушатся и подтверждается и проигрывается вот этот вот сценарий жизни и смерти. И выпало второй сценарий, который говорит о предательстве.
да, непосредственно о самом предательстве. А здесь, причем выпало на девятку кубков, но удовольствие, здесь у вас предательство было в личной жизни. Да, как я уже сказала, это не родственники, это именно близкий человек, с которым у вас были очень долгие отношения. Это не один день, не один год. Вероятно, что у вас была семья с этим человеком, да. И вот этот вот сценарий предательства, да, вы должны были его пройти. О чем здесь это предательство? Ну, это ваши страхи. Это страх был с чем связанный? Борьба, да? Здесь мечи, понимаете? Здесь в голове вы этот сценарий себе написали, прописали. А здесь как раз-таки, смотрите, что смерть, что предательство. Это вот какие-то такие очень глубокие сценарии. Они могут быть и родовыми, они могут быть даже... У кого-то может быть внутриутробные, то есть когда мама была беременная. Вот эти вот, знаете, может быть, нежелание иметь ребенка, да, невозможность его иметь. Может быть, то, что думали, а мама думала об аборте. Но вот здесь вот, здесь очень глубокие, очень сильные страхи. И эти страхи, они у вас, знаете, с одной стороны, на уровне сознания, а с другой стороны, знаете, вот здесь вот борьба, вот прям напрямую пересекается, вот это вот предательство, это как будто бы борьба за выживание, понимаете? А жизнь – это смерть. Вот у вас вот эти два сценария, они прям переплетаются. То есть я боюсь жизни, да, поэтому я не живу, я умер. А еще я, а почему я умер? Потому что в жизни надо выживать. Надо бороться за что-то, а это страшно. То есть надо бороться за себя, надо бороться за то, ну, то есть в этой жизни, чтобы что-то узнать, чтобы чего-то добиться, за все надо бороться, за все надо отстаивать все. И это страшно. Здесь и чувство вины выходит. Здесь очень-очень глубокие, ну, то есть здесь, повторюсь, ну, просто разные колоды. Здесь проблемы даже не с психологом, а может быть с психотерапевтом, потому что и что здесь я говорила про сон, что здесь аркан Луны, он нам показывает непосредственно все, что связано с потаенными моментами, да, может быть, бывает даже как-то вот Луна, она на вас влияет, да, я имею в виду... Не то, что этап Луны. Лунный цикл, он на вас каким-то образом влияет. Пасмурная погода на вас очень сильно влияет. Цикличность какая-то у вас происходит в каких-то сценариях. Даже если вас предают, предают какой-то вот с какой-то цикличности. Но предательство только в отношениях. То есть я не вижу, что как-то там родственники, родители, либо партнеры, друзья, нет. У вас эти уроки идут через отношения. Ты что, почему вас предают? Посмотрю на этой оракульной колоде. Мужская энергия. Вот здесь исцеление идет по карте, которая называется «Быть счастливым». И здесь карта говорит о радости. О радости и каких-то вот мужских энергиях. Мужчины вас предают, либо женщины. Если вы мужчина, женщины с очень сильным таким стержнем, волевые. А почему вас предают? Это как-то связано с радостью. Я уточню, что я не совсем понимаю, как это связано с радостью, с выбором. Да, как-то вот вы не выбираете. Такое ощущение, что вот вы не выбираете счастливую такую радостную жизнь. Вот я сказала, потому что вы боитесь жить.
А, понятно. Смотрите, вы боитесь жить, да? Вы боитесь радоваться, потому что жизнь равно для вас смерть. Вот тот опыт, который у вас был. И поэтому вы выбираете, да, для себя таких партнеров, которые будут вам наносить вот эти вот болезненные, да, мечи-мечи, приносить вам болезненные вот эти вот состояния, да, как доказательство подтверждения именно проигрывания вот этого сценария предательства. То есть вы специально, ну, то есть не то, что вы утром просыпаетесь и говорите, сейчас я найду себе человека, да, который меня будет предавать, нет, но неосознанно, я бы так сказала, давайте, вы неосознанно выбираете тех партнеров, которые вас будут предавать, тех, которые вам будут причинять боль, которые, вот знаете, будут доводить вас до предела, да, когда вы будете ощущать, вот смотрите, десятка мечей, да, это вот, видите, человек убит. Когда вас убили, почему? Потому что у вас есть вот этот вот сценарий. Посмотрите, я показывала в начале смерть, видите? Это ваш сценарий, потому что вы не умеете, ну, вы боитесь жизни, и вы проигрываете все время смерть. Поэтому вам смерть, она нужна, это ваша роль по этой жизни, поэтому вы себе... И вот это вот, как это, постоянство, да, то, за что вы держитесь, оно равно смерти, да, ограничение, оно равно смерти, в нем тоже нету жизни, нету развития. И поэтому вы себе выбираете таких партнеров, выбор, да, которые будут вас постоянно убивать. То есть, а убивают они вас через что? Через предательство. Поэтому очень важно вам проработать вот этот вот аспект, непосредственно связанный со смертью, вот эту вот травму, да, которая у вас была. И только потом вы сможете радоваться, да, вот это вот быть счастливым. И вам надо, милость, вам нужно принять этот сценарий. Чтобы его принять, его надо выявить и проработать. Но это был какой-то опыт, и вы его столько лет за собой тащите. Вот. Ну, мне кажется, разобрались. Я не знаю, насколько вам понятно или нет. Сейчас кто-то сидит и плачет. Я понимаю, что это болезненно, у вас воспоминания всколыхнулись. Но вот, коль вы это вспомнили, да, в себе вскрыли, обратитесь к специалисту, пожалуйста, поработайте. Ну, это вам во благо. Я понимаю, что это больно, неприятно, но вам потом легче станет. Ну, иначе вы будете проигрывать постоянно с близкими, вот это вот, с близким человеком предательство. И причем, знаете, вы же и в других аспектах будете вот постоянно притягивать себе те ситуации, которые будут напоминать вам смерть. Да? А смерть напоминает нам что? То, что где нет развития. Да? То есть я постепенно деградирую, я постепенно умираю. То есть возвращаюсь в прошлое. То есть все, что вас будет оттягивать, возвращать в прошлое во всех сферах, в финансах, в личной жизни, в здоровье, да? Это будет вам, ну, оно равносильно смерти. То есть у вас есть вот этот вот, знаете, красной нитью по всему, по всей вашей жизни вот проигрывается этот аспект смерти. Просто проанализируйте. Совет вам, совет. Вы это сможете проработать со специалистом, именно, знаете, через какие-то творческие профессии. Вам это нужно проработать не головой, то есть вам не понять это нужно, а вам нужно именно получить ответы на то, как это проработать через какой-то вот,
через творчество, но если это даже специалист, это будет тот человек, которому вы, ну, то есть сможете доверять, да, он должен быть, вот как единорог, ну, вот была карта единорога, посмотрите, он должен быть, во-первых, вы должны доверять, он должен быть специалист очень верный, открытый, прозрачный, понятный, он будет, должен вам объяснять постоянно, что у вас происходит, как, над чем вы работаете, что вы будете делать, чтобы вы ему открыли, чтобы вы ему доверились, потому что по девятке кубков вы закрыты эмоционально, у вас нету доверия, вы не умеете отдавать, вы не знаете, но у вас есть потребность именно в этой отдаче. И как-то вот именно через творчество, как-то вот так вот мягко, да, это не обязательно, что это будет женщина либо мужчина, это может быть специалист как мужчина, но у него должны быть мягкие такие черты характера, да, располагающие, что-то такое вот обволакивающее, то есть человек, которому вы сможете открыться, поверите, человек, которому вы поверите. А вообще вам больше, вот смотрите, выпала карта мира и зеленый человечек, вам больше как-то не хватает... Ну, во-первых, доверие миру, но это понятно, если вы сами себе не доверяете, как вы будете доверять миру. Вот с этим нужно поработать и побольше бывать на природе, да. Вот эти вот все свои мысли, огорчения. Здесь зеленый человечек говорит о природе, о том, что наблюдать больше за процессами в природе, жизнь и смерть, как они сменяются. То есть, что это не опасно, вот. И вот какая-то защита, да, вы как-то себе выстроили этот блок, эту защиту, где не доверяетесь, вот как-то, я, конечно, не могу это рекомендовать, да, но если вы занимаетесь эзотерикой, хотя я не очень-то и уверена в этом, да, то вот как-то с хорошим мастером практиковать вот эти вот внетелесные какие-то практики выхода, что это безопасно. Здесь вам нужно понять, что есть жизнь, проще говоря, да, и что есть смерть. И что смерть и жизнь – это, как это, не то, что это взаимосвязано, а то есть понять, что это не страшно. Да, вот как-то, я не знаю, как вы придете к этим, к этому осознанию, что смерть – это не страшно. То есть каждый вечер, когда вы засыпаете, поэтому у вас проблемы со сном, это тоже равно смерти, понимаете? А утром вы просыпаетесь, вы рождаетесь. То есть вам нужно научиться заново любить жизнь, научиться заново ею наслаждаться, понимаете? Ну, очень глубокий здесь вот такой момент. Но я не знаю, что вам еще сказать. Наверное, этого будет достаточно. Так, вам разрешаю писать мне в личку. Потому что здесь действительно что-то такое вот вскрыло. Хорошо, так, идем дальше. Позиция номер 3. Что вы за человек? У меня тут троечки. Человек, который не может двинуться дальше. Человек, который долгое время воевал, проиграл, потерял и ушел в спокойствие. Ушел как-то восстановиться. Человек, у которого на данный момент нету ресурсов. Человек, который не смог в свое время принять правильное решение, как-то... не то, что силы не хватило, что ли, а как-то, знаете, сейчас здесь такое ощущение, не то, что вы не струсили, нет, а вы как-то, ну, как-то не обратили на это внимания, подумали, что пройдет и так, да, что вот, ну, все сложится, как будто бы само собой. То есть здесь такой человек, который... И у вас дверь закрылась, понимаете? То есть вы не сделали в нужное время нужный шаг, и у вас закрылась дверь. И сейчас вы думаете, что же вам делать?
Четверка жезлов, да, что же вам делать, как вам быть? Причем, знаете, вот в вашем случае, если в других случаях не проигрывалось, то вот карантин в вашем случае проигрался. То есть вот эта вот замкнутость, вот эта вот стабильность, вот эта закрытость, которая у вас сейчас есть, знаете, здесь проигрывается человек, который действительно ощущает очень сильно свою замкнутость. Это вам не свойственно, это не ваша природа. Но здесь вы как будто бы смотрите на мир и, знаете, вот с таким желанием, что когда это все закончится, я хочу весны, я хочу жизни, я как будто бы, да, когда-то, ну вот здесь вот какое-то вот воспоминание с чем-то здесь идет связано, то есть когда-то я что-то имела, а сейчас у меня этого нет. И такое ощущение, что, боже, какой я дурак либо дура была, что я тогда не пользовалась, я тогда не воспользовалась этим моментом. Вот какие-то, знаете, сожаления. Вы знаете, что вы в будущем, да, сможете прийти к этому и получить то, что вы хотите. Но здесь вот именно ощущение того, что почему я тогда это не сделала, выпадает еще шестерка кубков. Ну, прекрасно, да? Какие-то вот воспоминания именно, знаете, такое ощущение еще, что как-то вот вы себя наивно повели, именно как-то вот по-детски что-то, знаете, не то, что оставили, вот ощущение, что я успею, и не успели, и как-то вы не успели, и сейчас вы как будто бы сожалеете об этом. О том, что когда-то в свое время не предприняли какое-то действие для вот дальнейшего своего движения, развития, что, вот, видимо, не выбрали путь, либо не были, знаете, как-то вот, ну, вот по глупости, что-то не сделали по глупости. Здесь вот почему-то не вы как человек у меня выходите, а здесь идет описание какой-то ситуации. То есть в предыдущих позициях я описывала, какой вы человек, а здесь у меня идет описание, почему-то выходит какой-то вашей ситуации, о которой вы сожалеете. А почему? Потому что было разрушение, потому что это и явилось причиной того, вот я же говорила сейчас о замкнутом пространстве, когда вы ушли в какой-то анализ, вы закрылись, было разрушение. Что у вас здесь разрушилось? Ну, разрушилось вот это ощущение, что я на коне, что я победитель, что я могу, я умею, я сильный, я способный. Вот здесь такое ощущение, что вы как будто бы свои силы потратили, и сейчас вы не на коне. Сейчас вы как-то ищете, вот все разрушилось, вы сейчас как будто бы ищете свой путь. А куда мне пойти? А теперь? А что теперь? А как теперь? Да? Как будто бы вот то, что я говорила, сожаление о каких-то упущенных возможностях, да? И вы теперь ищете не то, что новое направление, а как будто бы смотрите, а как вам дальше жить-то? Как вам жить с этим? Что это за ситуация? Что это за ощущение? Что-то вам как-то... Вот такое ощущение, что вы как будто бы что-то ценное, важное о себе, для себя, вы это упустили, вы этот шанс, эту ценность потеряли. Что-то вам давалось, а вы ее профукали. Так, хорошо, то есть не хотят нам сказать сегодня о вашем характере, что вы за человек, но, видимо, вот эта ситуация, она будет иметь какое-то отношение к предательству. То есть если в первой позиции, второй мы рассматривали, кто как вероятность, да, где мы проигрывали сценарий предательств, ну, с кем могли бы, то вот здесь вот у меня такое ощущение, что как будто бы вы сами себя предаете, то, что я говорила во вступлении. Вы как будто бы сами себя предали. Интересно, первая позиция у нас получается, что мы как будто бы предаем сами себя. Во второй позиции нас предают. А вот в третьей позиции получается, что
вы сами себя, то есть не люди, а вы сами себя как будто бы предаете. А в чем вы себя предаете? Вот давайте я посмотрю. А вы не идете в перемены, вы не идете в будущее, вы не двигаетесь. Вы знаете, как нужно, как правильно, но вы этого не делаете. Да? Вы этого не делаете, вы как-то вот все, знаете, как будто вы переход не можете осуществить, как будто вы не можете как-то повзрослеть, слишком уж переживаете, да, переживаете за какие-то свои идеи, шансы, возможности. Вы себя предаете, либо в каких-то способностях своих, да, что вы их не раскрываете, не пользуетесь. Где-то здесь, ну, вы сами себя предаете, это связано с вашим, и вы знаете, это связано с будущим, и вы это знаете. Хорошо, почему здесь предательство себя, почему вы себя предаете, какие здесь у вас негативные сценарии? Я вот еще одну карту, потому что здесь один сценарий. Вот в первой позиции было 3, здесь 2, у вас один. Один сценарий очень важный, который вы прописали в детстве, касательно той ситуации, которую вы проживаете. Вы сами ее написали, что здесь за предательство. Ага, бунт. Вы бунтуете, понимаете? Дело в том, что вы как первопроходец в своем опыте. И вы это знаете. Но иногда в вас пробуждается какая-то, знаете, вот... То, что эгоистические какие-то качества, когда вы говорите, не буду я идти в будущее, да, вот не буду я этим первопроходцем, вот надоели мне все эти трансформации, надоело мне вести за собой народ, да, вот вы как будто бы протестуете, вот вы человек, который протестуете, хочу посмотреть, против чего протестуете, да. Ну вот вы как-то в общении, в коммуникации, вам сложно договариваться с людьми, да, вам сложно как-то общаться. И вы периодически включаете в себя вот этого бунтаря. И люди хотят вас за это наказать и начинают вас, знаете, вот здесь идет такое, что вот вас хотят проучить, да, вот из-за того, что ты вот такой вот бунтарь, да, из-за того, что ты так себя ведешь, ты так себя показываешь, ты не можешь договариваться с людьми, и люди вас как будто бы не то, что они предают, они хотят вас проучить. Чем, каким образом? А знаете, у вас здесь вопрос времени. Да, все связано со временем. Например, вы что-то хотите сделать, вроде бы договариваете, да, и вам люди говорят, да, я сделаю в это время, ну, обговоренное, а потом начинает, ну, тянут резину и не делают. Либо что-то сделают, вот вам пообещали, ну, например, да, допустим, давай будем делать ремонт, все, затеяли ремонт, вроде бы все договорились, материалы купили. И начинается, то рабочий заболел, то не хватает какого-то материала, там на склад не привезли. Вот это вот тягомотина, знаете, вот прям на нервы действует. Почему? Потому что бунтарь, он очень неактивный, да, он движется. А рыцарь Педакли, он очень медленный, да, это человек в своем режиме. И вот здесь вот это вот вызывает у вас какой-то вот гнев, ярость. Почему? Мы же обговорили на берегу все, да, уже все проговорили, все подписали, все документы, все, что нужно, что за дела. И вот это вот у вас, этот сценарий бунтарства, он пробуждается. То есть когда вы не получаете то, что вы хотите. Именно в тот момент, когда вы хотите и как вы хотите. Здесь, знаете, такое вот ощущение, что... Вам как будто бы ваши бесы нашептывают, да, ну, то есть вы вроде бы спокойно, а потом начинается вот это вот накручивание. Оно происходит, этот сценарий, тогда, когда вы не идете вперед.
Понимаете, вот вам вот это вот бунтарство как будто бы дается, чтобы вас зарядить, и вот на этой агрессии, чтобы вы как-то себя подбодрили, сказали, нет, я пойду, все, я готов. Ну, то есть, потому что в нормальном, спокойном состоянии, видимо, не хватает энергии для прорыва движения вперед, а вот вас специально как будто бы заводят, чтобы вы на этой энергии совершили прорыв, двинулись вперед. Потому что вы тогда ощущаете себя бесстрашным, вы тогда ощущаете в себе вот эти вот силы, вот этот вот стержень, да, двинуться вперед, достичь то, чего вы хотите. Все-таки я вытащу еще один сценарий, потому что мне здесь чего-то не хватает для полной картины. Ну, прикольненько, здесь выпала карта бунт, да, бунтаря, ну, то есть она помогает в движении. А здесь выпала карта фиксации, когда вы, как раз таки противоположно, понимаете, здесь движение, а здесь наоборот фиксация, когда вы держитесь за что-то, как раз таки то, что вы не идете, да. Вот смотрите, как колоды говорят вместе, да, друг с другом, здесь получается, я говорила о той ситуации, когда вы как будто бы вовремя не сделали то, что вы знали, что нужно было сделать, и упустили время. Да? А почему? Потому что у вас проигрывался вот этот вот сценарий фиксации, то есть вы тормознулись, да, не пошли дальше в развитие, упустили шанс, сожалеете, и теперь у вас будет включаться другой сценарий, да, когда это будет у вас вот на нервы капать, 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 потом что-то произойдет во внешнем мире, да, с коммуникацией с людьми, когда это вас заведет, вы прям начнете эмоционировать, и на этой волне вы совершите свой прорыв. Ну, прикольный сценарий мы пишем, да, скажите. Ум – это вообще такая прекрасная фишка. А я хотела посмотреть, на чем вы фиксируетесь, на чем, за что вы держитесь. Ну, вот вы держитесь за какие-то свои надежды, да, за какие-то свои мечты. Здесь, понимаете... Вы у меня проходите по третьей позиции люди, у которых есть какие-то определенные способности. Это не обязательно эзотерически. У вас есть какие-то способности, умения, навыки. Вы это знаете, но вы это не используете. И вот периодически получается вот это. Тяни-толкай, когда же я все-таки это начну. Да, я знаю, что мне нужно начать, но я не могу. Мне не хватает силы, мне не хватает 5-10. И вот вы держите за что-то. За какую такую мечту, хочу спросить, вы держите свою, за какой надежду, а вы как-то себя обманываете. Есть какая-то у вас мечта, может быть, есть, сейчас я посмотрю, в чем вам обман, но здесь такое ощущение, что вы как будто бы говорите, еще не время, да, потому что здесь вопрос времени у вас очень актуальный, имейте в виду, да, то есть во многих сферах у вас проиграется вот это вот тягомотина, либо что-то быстро-быстро, либо очень медленно все идет. То есть, когда вы не хотите, все идет быстро, а когда что-то хотите, у вас прям идет замедление. И вот здесь вот у вас идет самообман непосредственно, ну, то есть, либо еще не время это реализовывать, да, вот какое-то свое желание, да, какую-то свою надежду. Вот здесь вот обман. А с чем? Кого вы обманываете? Потому что у вас урок в предательстве самого себя. А обманываете тем, что вы, ну, в своем развитии вы обманываете, да, уже давно переросли сами себя и свое окружение, и вот вы воюете со своим окружением вместо того, чтобы вот пойти к десятке педаклей. Для кого важен вопрос семьи, создания семьи, стабильности, это для кого важен вопрос непосредственно заработком, да, то есть финансовым аспекте, то... Это про это. То есть уже давно пришло время, да, то, что вы хотели, это было ваше желание. А вы держитесь. Что здесь вот такого негативного, да? Ну, я сказала, просто еще хочу посмотреть. Ну, вот вы слишком, понимаете, зависаете и не идете в шута, не идете... Да вам не хватает легкости. Вот вы как-то все думаете, обдумываете, уже 100 раз все проанализировали, все просчитали. Ну, то есть занимаетесь отмазками какими-то, лишь бы только не начать делать. Вот это вот вся ваша причина. Поэтому вас и заводят...
знаете, когда нужно двигаться вперед, вот в вашем случае, вы начинаете сами себя загонять в какую-то такую стагнацию. То есть, если вы начинаете болеть, если у вас все как-то вот замирает, ничего не движется, все так фиксировано, все так стабильно, это показатель того, что пришло время двигаться вперед, а вы этого не делаете, сами себя обманываете, да, и, кстати, у вас болезни могут, вы можете и болеть. То есть, если вы болеете, сразу знайте, ну, просто проследите, проанализируйте. Как правило, это тогда, когда вы уже готовы к какому-то переходу, дальнейшему движению, а вы его не совершаете, не делаете. Вот, и поэтому получается так, что болеете, то есть это показатель того, что вы не идете в новое, да? А в новое вас выбрасывает только тогда, когда вы бунтуете, то есть вас доводят до предела какие-то ситуации, когда вы уже начинаете реагировать. Так, ну вот, а вот здесь вот смотрите, выпала страстная любовь и выпала карта сражения. Ну, знаете, вот ваши отношения, да, они могут вас выводить. Но вот как раз вот это вот бунтарство, да, оно у вас появляется, когда, возможно, у вас появляется какой-то партнер, и вот вам хочется с ним воевать, он вас развивает. Поэтому, как вариант, я могу сказать, что предательства, если у вас и будут, они могут быть в личной жизни, когда вы начинаете сражаться, да, вы сильный человек, когда, ну, вы же на коне, вы же победитель, понимаете, тущу королева мечей, справедливая, прорицательная, да, женщина, плюс ко всему, ранее она была кубковая, эмоционально чувствительная, у нее есть опыт какой-то достаточно болезненный, но когда вы начинаете со своим партнером сражаться, это придает вам каких-то сил, возможно, будет происходить какое-то предательство на этом фоне, да, и вот на этой энергии вы идете вперед в развитие, то есть вы себе придумали прекрасный сценарий вашего развития, поэтому если отвечать на вопрос, для чего, почему вас предают близкие, потому что именно через предательство вы развиваетесь, то есть не потому что вы думаете о самом предательстве, что здесь, как, или, да, или что пошло не так, нет, а именно вот эта вот энергия борьбы, да, некого такого сражения, он виноват, либо она виновата, а я прав, либо права, вот на этой энергии, да, вы начинаете совершать какие-то действия, просто задумайтесь, какой грандиозный, гениальный план вы сами себе прописали только для того, чтобы развиваться, да, чтобы двигаться, конечно же, намного проще, это мне, со стороны, да, если бы я была вот во всем этом, я бы действовала точно так же, как и вы, 100%, вот. Ну, со стороны просто всегда виднее, и это всегда легче, когда это в теории, а ты попробуй это на практике сделай. Поэтому теория говорит о том, что, ну, прекрасный сценарий, а заключен он только в том, что нам надо двигаться, да, нам надо в развитии. Если вы осознаете, да, вот эти вот моменты своей фиксации и бунтарства, как они проигрываются, да, и проработаете, тогда вы будете двигаться, ну, все время будете двигаться в свое развитие, да, в дальнейшее движение, и тогда вам вот это вот сражение и борьба с вашим партнером, она уже будет, ну, ни к чему. Вы сможете, во-первых, выстроить нормальные, гармоничные отношения со своим партнером. Это один момент. А другой момент, вы перестанете предавать себя, потому что все равно вот ваши сценарии предать я не смогу. Не говорю о том, что вас предает ваш любимый человек. Все-таки вы предаете сами себя, когда не идете в развитие. Вот ваш сценарий предательства, все-таки я, ну, остановлюсь на том, что, смотрите, выпала карта воина. Ну, во-первых, моя любимая карта в этой колоде. Посмотрите, я очень люблю этого воина. Прям в моем вкусе этот воин. Вот, кажется, говорит о том, что вы сражаете, да, постоянно боретесь, и это помогает вам развиваться. Поэтому подумайте, смотрите, как интересно, шестерка жезлов, да, это победитель, да, то есть тоже мужчина на коне, да, это вы, в принципе, независимо, мужчина вы или женщина, ну, то есть есть и бунтарь, да, и воин, бунтарь, ну, то есть ваша энергия, она такая, понимаете, достаточно
воинственная, поэтому ищите правильное применение этой энергии, чтобы идти в развитие. Ну, то есть, чтобы не воевать с кем-то, не бороться, а именно и не сражаться, а именно взять вот эту вот энергию, да, когда вы хотите, и пустить ее в созидательное русло собственного развития, туда, куда, на реализацию достижения своих собственных целей. То есть не обманывать себя и закрываться, и начинать воевать со, с теми, кто вас окружает, а перестать, потому что вы уже выросли, и пойти к своей, ну, к своей цели, то, чего вы хотите. Потому что у вас уже есть и финансы, ну, то есть десятка педаклей. Это последняя карта в колоде Таро, которая говорит о том, что все опыты, которые мы должны были пройти, да, мы уже прошли, мы уже достигли абсолютно всего, что было задумано. Поэтому, ну, то есть это точка Б, да, из А в Б, конечная. Совет вам, совет. Прям не хочу закрывать этого воина. Можно подумать, я себе раскладываю. Хорошо, ну просто я люблю красивые вещи, как эстет. Совет вам, совет. Ну, во-первых, прекратите слушать сирена, смотрите, сирена. Прекратите слушать других людей, вот прям советчиков, да, все, что есть, потому что, а, кстати, сирена, она мне почему-то напоминает амазонок, да, феминисток, вот здесь вот прям проходит у меня женщина-феминистка, сильные энергии, которая своим прекрасным пением завлекала соратников Одиссея, да, и потом убивала их, да, ну, то есть сражалась. И вот здесь вот прям, знаете, вот волосы у сирены, они как раз-таки как у щупальцы у восьминога. Восьминог, да, правильно по-русски? Восьминог, да. А вот и, ну, то есть свои какие-то сети заманивала, поэтому... перестаньте вот здесь вот, тоже, да, слушать других людей, перестаньте воевать, потому что можно получить все, что вы хотите, через непосредственно упорство. Карта упорства, она здесь изображена таким образом, что есть ангел, который входит на вершину горы и тащит этого барана, да, я баран так понимаю, что это нарисован, я просто путаю, козел или баран. Может, козел. Ну, в общем, рогатая вот эта вот живность, да, карта показатель того, что вы можете упорством, да, вот это вот взять вот эту свою воинственную энергию, да, и направить в правильное русло для достижения своих же собственных целей. Смотрите, прям мужские карты выпадают. Вот. И тем самым, что вы можете сделать, это капкан. Вы можете избежать капкана, вы сможете избежать вот этого сценария, который, предательства, который вы сами себе прописываете. То есть не попасть в ловушку, не расставлять ловушку, не попадаться в ловушки своего собственного ума, своего собственного, да, ума, хотела сказать разума, но разума не подходит, да, именно ума. Да, вот. И тогда, кольцо, будет вам счастье, ребенок, тогда вы снова переродитесь. Тогда вы перепишете свой сценарий уже на что-то другое. Вам тогда уже не надо будет самого себя предавать, понимаете? Вы тогда научитесь быть более таким непосредственным, что ли. Вот эта вот легкость, которой вам не хватало, потому что очень много мужских энергий. Она к вам придет, да, и, ну, в принципе, вы же все ради этого и делаете. Ради того, чтобы получить, достичь свои желания. Тогда вы сможете радоваться достижению своих желаний, как ребенок. Вот такая была у нас третья позиция. Интересная. Вот обожаю я просто делать анализ, да. Вот. У каждого астролога есть своя специализация, да.
кто-то в отношениях разбирается, кто-то еще в чем-то. А я люблю делать анализы ситуации, да, поэтому на консультациях, да, либо на пятничных акциях я всегда себя называю либо говорю о тарапсихологическом портрете, да, что анализ ситуации, причинно-следственных связей, это, наверное, мой самый сильный конек, умение вот разобраться, покопаться, посмотреть, это я очень люблю. А то, что не люблю, это моя слабая сторона, а второе, это вот предсказательные моменты, не умею я их с ними работать, и с финансовым, как ни странно, аспекте. То есть вот именно по достижению как-то денег, либо вот профессиональная сфера. Вот мне здесь просто не то, что это моя слабая сторона, а вот именно профессиональная сфера, она какая-то для меня вообще непонятная. Поэтому я и, в принципе, не делаю расклады. Хотя если смотреть с точки зрения анализа, то да, мне было бы интересно, да, посмотреть, что, как, опять-таки, сценарии там прорабатываются. А так, в принципе, все, что связано с анализом, сценариями, это вот прям мое-мое. Поэтому, если вам нужно в чем-то разобраться, вы можете прийти ко мне на консультацию, и вместе с вами мы поработаем по скайпу, с камерой, где вы будете меня видеть. Ну и плюс ко всему у вас остается запись консультации, которую вы можете возвращаться еще несколько раз, да. Если вы действительно работаете над собой, то периодически пересматривая, допустим, раз в месяц запись консультации, вы сможете отслеживать свой собственный рост и то, что когда-то, когда вы были не готовы в момент консультации, вы чего-то не слышали. И в процессе своего развития и роста, да, если вы действительно работаете после консультации, то вы будете слышать каждый раз консультацию по-новому, да, мои слова, и будете удивляться, что вроде бы одно и то же каждый раз слышу, но слушаю, но слышу каждый раз что-то новое и новое для себя открываю. Именно поэтому запись консультации лично для меня, она важна и принципиальна, иначе я бы могла по WhatsApp проводить консультации. Но в Skype просто есть эта бесплатная функция, когда можно будет записывать нашу консультацию не для того, чтобы потом свериться, да, правильно ли я не сказала или нет, а для того, чтобы сверять свой собственный рост, да, насколько я выросла, насколько я изменился, либо изменилась, да, и как сейчас я смотрю на то, что говорилось тогда. Почему-то мне это захотелось сказать. Ну что, мои дорогие, я с вами прощаюсь, я благодарю вас за внимание, за ваши лайки, за ваши комментарии, и до новых встреч. Пока-пока.